Здравствуйте. А где Эрнест? Наверх пошел. Под елочкой посмотри. Забирай Эрнеста и веди сюда. Я иду футболку перейдем. Давай. Так, ты чего уже? А где твой друг? Да кого, он же не пришел. Он за тобой, пошел. И в майке сейчас придет. Я просто... А елка тоже надо? Конечно. Пить, колотить. Выбирай себе мишуру или вот это, или рожки, или вот эту выбирай. Вот, смотри, дай, покажи. Подожди, другой стороной надо. Вот, отлично. Ой, какой красивый, слышишь? Или вот Джингл Беллс. Давай Джингл Беллс, я такой урок, что лучше Джингл Беллс. Витаюсь с новоречными светами. Как? Витаюсь с новоречными светами. И все? Ну а что, да, все остальное Юрчик, там Юрчик знает все. Что? Так ты вообще ничего не знаешь. Нет, ты мне скажешь, что... На голову, да, эти колпаки у меня, да. Ты говори, я Валера Томми Чоу, пропустил я 100 мячов, а 101 не пущу. Бо? У сборную хочу. Молодец. Ну, вот это все, видишь? Смотри, стоит уважение. Я чувствую себя минимум, знаешь? Вот это у него было. Смотри, красоту это. Так вот смотри. Ты давай это, не на нас. Давай. Серьезно? Так, давай, только здесь тоже вот так вот. Уши закрывать нормально, правда? Можно, да, конечно. Теперь тоже угощайся. Не, Орик, я не могу. Это детские колпаки. Ну, естественно. А ты кто не детенок, но вот все дети. Я тебе вот так даже красиво сделаю, как этот самый. Смотри. Сейчас увидишь и одуреешь. Серьезно. Вот так, смотри. До конца, отлично. До Нового года. Да, я этому одену так. И все? Или еще может добавить? Можешь добавить. Так, стоять. Я Валерка Фомячева. Молодец, ты выучил хоть одну нормально. Ну, конечно. Лучше правила игры выучил футбол. Так я же знаю правила игры. Да, хорошо. Только я не играю, на скамейке. Так, а что мы будем говорить? Иди сюда, остановитесь сначала. Давайте. Люби и друзи. Вот, хорошо. Люби и друзи. Подожди, так как-то надо встать, что руки как. Да нормально, можете обняться, вы же украинцы. Браты Украины. Во, ты что таких не было. Официальная, так что... Официальная фотка везде будет. Все? Витаю с наступающими. Наступающими, правильно? Нет, с проедающими. С проедающими? Проедающими. Нет, ты так не скажешь. Шановные друзья, друзья, ну давай его начнем. Да, я шановные друзья, ты пчу. Вот все, и хорошо. Я витаю с новоречными святами. Все, это я знаю. А если я скажу там в речи это все? А я повторю. Да нормально. Давай, нормально, все. С предешным Новым годом, Тарезвом Христовым. Ты не надо, шановные друзья, все. Да, ты ваш шановные друзья, я как депутат, шановные друзья. Только с улыбкой. Благополучия та всех благ. Любите один одного и будьте любимыми. Улыбка повернулась. А он должен был в конце что-то сказать. А что ты сказать должен? Ты мне сказал, что... Ты в конце должен сказать. Что? Там, например, сейчас ты скажешь. Пока. Пожди, пусть пропал. Ну так я же, я начинаю перебирать, и что сказать? Например, он все сказал. Например. Ты мне скажи фразу, я скажу ее. Давай, чтобы я дополнил тебя, так типа, так, знаешь, вишенька на торте. А ему надо стоять. Не-не, Юра, говори, Юра, я сзади тебя. Юра, вас снимает камера. И не хватает этого Алана, чтоб он сзади пил. Да? Не, просто Юра говорит такой, да, давай, ходи, братан. Давай. Так, короче. Ну что, в конце ему говорить? Все, давайте. Кохайте и будьте коханими. Хай счастить в новом році. Супер. Порвал ту сцену. Раунд! Что? Что скажешь? Шановні друзі! Юр, дальше ты. Все, молодцы. Сдаем стеклотару, бляха, муха. Все по тексту. Юрчик слова не сказал. Я все выбрал. Все, что я знал, я все сказал. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Шановні друзі. И вам не хворать. Дякую за гульню. До встречи на футболе. Сьогодні. Ну что, я скажу. Ребята, с наступающим Новым роком. Всего самого наигарнішого. И чтобы здоровье было. Вот это я, конечно, как этот был у нас, который не знал украинского языка, депутат. Ну, с Януковичем. А, твой. Вот той это, который. Ну, вырежем, да, это все. Уже наговорил на два срока в Украине. Тем более, я такую речь выдал, Юрчик там стоял, как его. Всем благ, дякуємо за гульню. Дякую за гульню. Дякуємо за гульню. Давайте.